Сегодня проходит второй день нашего симпозиума. Нашим докторам наук и профессорам досталась хорошая возможность побывать в городе Новосибирске, посмотреть его окраины и послушать, как он строился и кто его строил. В международном симпозиуме, который принимает наш университет, приехали ученые из разных городов, и не только городов, а даже стран. Такие страны, как США, Беларусь, Украина, Польша, Сирия. Скажите немножко, как вам архитектура города? Новосибирск в первую очередь ценен тем для меня, это здесь работал мой учитель много лет после окончания Томского университета. Он приехал сюда на работу, работал в группе у Кондратюка Юрия Васильевича. Николай Васильевич Никитин – это мой учитель, и поэтому для меня этот город очень... Для меня очень здесь приятно бывать, потому что это место, где он работал.